Невеста молодого князя. Невеста молодого князя. Невеста молодого князя. Как же быть, старый князь не велел принимать. Сегодня утром я слыхала, как старый князь кричать изволит. Пусть сама княжна и принимает, если хочет. Николай Андреевич и княжна. Доложите, граф Ростов с дочерью. О, Господи, благослови! Не может быть, чтобы они не полюбили. Принять никак не может. Пойти и доложить княжне. Как он отказывается видеть нас? Ты ведь знаешь, Наташа, старый князь не очень хочет, чтобы сын женился на тебе. Считает он женитьбу эту не блестящей в отношении знатности, богатства и родства. Какое право он имеет? Разумеется, князь Андрей без него решит, да против воли в семью входить нам не к лицу. Ты ведь умница, сумеешь обойтись как надобно. Вот все и будет хорошо. Ах, граф, как приятно! Как я? Ну вот, княжна милая, я вам привез мою пивунью. Я много слышала о вас, я очень-очень. Уж как я рад, что вы познакомитесь. Ежели позволите, княжна, начать перчатика подкинуть вам мою Наташу, я оставил бы вас, а сам на красивого съездил и тотчас бы вернулся. Просто боится встречи старым князем. Я очень рада. И только прошу вас подольше задержаться. Прошу вас, прошу вас, сядем. О чем мне говорить теперь с этой нарядной легкомысленной особой? Скажите, вы любите Москву? Очень мне тяжело эта шумная жизнь, только не здоровье моего отца могло заставить нас сюда приехать. Но, боюсь, ему здесь будет только хуже от споров о Бонапарте. О Бонапарте говорит вся Москва. Отца выводит из себя, что он ведет дело как с равным с нашим государем, внуком Великой Екатерины. Неужели с нашелся б только полководец, как Суворов, и корсиканскому чудовищу не перейти границы русской. Смотрите, вот миниатюра моего отца. Обо всем мне о князе Андрее. Не могла же я первая начать говорить о нем. Вот мой
простого, коли я не ошибаюсь. Прошу простить, не знал, сударня, вот видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. Дочери зашел в таком костюме, извинить прошу, сударыня, графиня. Родство хорошее, а умные люди, а богатые, знатные. Пускай же, пусть женится, пусть сам по себе живет. Может, Марья, и ты к нему переедешь с Богом. По морозцу, по морозцу, по морозцу. Я вот на бурьенке женюсь, на гувернантке, та! Ах, зачем он так? Ах, зачем он портит свою душу, свою вечную душу? Нарочно он придумал поездку князь Андрея. Он старый слав, и я никак не сдвину. А вот и я! Наконец-то поедем на Парадовой! Сейчас, Наташа, дай хоть немножко побеседовать с княжной. Боже мой, если б он был он ты.
большое. Отчего мне так трудно говорить об этом браке? Но какие бы ни были мои чувства, я должна любить ту, которая...